сейчас не день. Да, но подходит жилец и говорит. У меня нет ее телефона. Вот мне надо слесарь. А она шука слесарь. А нахрена она тогда? Я депутат. А помощник, да? Нет, помощник Ольга Юрьевна. Вы депутат. Теперь вот объясните. Вот этот дом. 20 лет ремонта не было, вот она знает. Видите, я в городе живу или в селе? Объясните. Обращался я, Рыбачук был, и был у него этот заместитель, Горкявин. Я пришел до него на прием. Я говорю, вот за дерево. Шановый. Я обратилась. Скажите мне, говорится, ну, где это было я живу, 6 в городе лет назад или 8. Ну, ну, было дерево снесли одно, которое просили. Мне сказали, обращайте в лесхоз завтра, ля-ля. Да, заплати 1500. Заплати 1500, и тебя поставят в очередь, это еще тогда, лет 6 или 7 назад. Теперь, пока я сама не заплатила, мужиков не нашла, никто не двинулся с места. Подними, приедь, посмотри. Говорю, когда дождь, я должен супруге звонить, чтобы вынесла мне резиновую. Ну вот она хай подтвердит. Вон, заливай. И говорю этой Марковой, хай бы она, говорится, ее, говорится, перекрутила. Ладно, не надо так говорить. Так, вот, мы ей предложили, вы нам дайте самослав, жужелки. А мы сами... Не надо мне жужелка, хай плиты положат. Я говорю это самое. Жужелка. Мы говорю, разгорнем, будем хоть ходить по сухому. Зачем ты это делаешь? Это вообще уму не постигли. То машины ходили, усе вот тут было. Так, ладно, а то мы сейчас как начнем про больное наше. У нас так больное, так больное по грязи. Что люди нас собрали? Оттуда и сюда, и сюда. Ольга Юрьевна. Они хотят, чтобы мы создали кооператив. Вот так они хотят. Ну, а давайте я сначала сделайте вон ремонт, да, давайте вы сфотографируйте вот этот дом, какой он весь разрушенный. Ну, за 20 лет ни разу никакого ремонта. Ни в подъезде можете зайти сфотографировать. Хорошо. Ни вот тут. Сфотографируем. Шестой, да? Арагорн. Арагорн. Шестую у нас Наталья, если что-то не сделано, то она... И она говорит, я говорю, нам гражданская война не нужна. Не платят, ставьте нас, выгоняйте, давайте одну комнату вместо трех комнат. Это ваши проблемы, но я не хочу гражданской войны. Казать, ты не платишь, давай за шкирку тебя поведу. Пусть комиссируют, машины хай забирают, хай что хотят делают. Но я же не могу ее заставить платить. И каждый раз, когда не пойдешь, Жек, обязательно скандал. Ремонта не хотят делать. Зайдите он в подъезд, посмотрите, что творится. Я в прошлый раз тоже была собрание, я взяла, провела, говорю, посмотрите. Подойдите, пожалуйста. В подвале был свет до войны. А потом взяли и отключили. Кажите, у вас там ничего нема, и не надо вам света. Завтра, если и будет война, не то опять-таки надо со свечками и совсем ходить туда. Не надо нам война. Нам так а что мы не хотим войны. Мы хотим мира. Нам эта война не нужна. Дорогие жители, давайте так. Сначала мы сейчас начнем собрание. А у вас есть кворум, извините, кворум у вас есть? Для собрания. Кворума у нас особо нету, но... Кто подходит жителям? Кто мы подходит? Сейчас управдомы, старшие по дому вот есть, они сейчас находятся здесь на работе, маленький, они не смогли здесь прийти. Маленький район, вы же посмотрите, сколько тут жильцов практически дома. Нет. Четыре дома. Да. Да. С каждого дома представители есть, поэтому мы и проводим. Вот. Значит, мы собрали с вами сегодня, у нас повестка дня. Это выбрать домовой комитет старшего у вас по каждому дому, кто. И второй вопрос, это выбор делегатов для участия в отчетно-выборном собрании, конференция микрорайона. Вот. Так что давайте начнем по первому вопросу. Предлагайте, кто, вот мы поняли, что мужчина Льва Толстого 18. Желает быть, ну как бы его дегилировали быть старшим дома. Вот, мы записали его, да? Теперь, кто здесь еще дома, с какого дома? Вы с какого дома? Я с 18-го. Мы с 18-го. Он 16-го вот, дома женщина. С 8-го. С 8-го у нас есть. Кто же мы записываем? Есть, вы вас дегилировали? Да, у нас управдом. Да, вот. Вот. И кто у нас еще? Какой у нас еще дом?
Шестой дом. Ну, 16, да. Вы кого предлагаете, дегенерирует вас, кто у вас управдом, чтобы мы записали, тоже могли. Вот. Не, на умер. Умер, да? Но вот мы хотим выбрать у вас теперь, чтобы старший, который, ну, как бы, который мог обратиться, а ты не жить, значит, мы вас тогда... Мы бы, давай, Света, да, не колотись, я тебе помогать буду. Будем помогать вам, конечно. Это старший считается тот, кто беспокоится за дом. Так, куда вам мое пиво понесли, а? Так, не нарушайте... Так, и а что на вышлись из 22-го дома? Как зовут? Ну, не, я не буду старше, потому что у нас есть там более активные. А, не пришли, да? Да, а я только мы недавно живем здесь, я не знаю особо никого. Ну, хорошо, значит, тогда мы... А что, Дора удрана, а? А если у вас телефон сейчас назад, то что я говорю, объявление, то мы разве слышали? Просто недавно живем. Я уже подъеду, я поняла. 22-го, она сейчас подойдет, да. И Льва Толстого 22. Сейчас она пошла за документами. Теперь, вот это одно. Ладно, вот мы хотите, но двери давно закрыты. Так, значит, мы поняли вопросы ваши. Значит, вы жалуетесь на то, что ЖЭКи не реагируют на ваши... Не работают. Так что ЖЭКи аннулируют? Ну, пока еще и в продлении есть работа ЖЭКа. Они как управляющие, наверное, компания. Только это сюда. Вот он несет эти... Ну, я смотрю, что... И вода, поэтому туда. Я ей поставил условия. Я взял и не пустил. Это мы, если что, мы... Нет, 43-й дом, это туда. Вот улица Льва Толстого до Карасодового. Это и Ленина. Здравствуйте. Здравствуйте. Из такого, да? Проводим собрание. Это переселенцы у нас. Поэтому... Она спрашивает, ваша мама. Да, справку ждавали, знает. Да, микрорайон очень большой. Поэтому кто вот находится наш микрорайон по улице Свободы 47. Поэтому по всем вопросам к нам обращаются люди. Выписать справочку. Ну, Лена, я ходила, да, и выписывала. Субсидии помогаем оформлять. А потом, значит, что мы делаем еще? Обследуем акт бытовых условий. Вот есть люди, которые старые люди, оформляют их дома-интернаты. Обследуем жилье, как они. Есть опекуны. Значит, работаем с опекунами. С этими людьми подопека, которые проверяют, как, в каком состоянии они содержатся, их квартира. Это сюда все нормально, я могу... Значит, да, вот. Любые вопросы. Где-то вот, допустим, тоже дерево стебет. Обращаются к нам, мы делаем запрос. Рынок по улице как убрать, куда вот. Ну, рынок уже мы поднимали несколько раз вопрос о том, чтобы этот рынок убрать. Но пока это не в нашей компетенции. Но оно решается на уровне исполкома, то есть городского совета. Да, милиция, да. Говорил, что вот это... Будут занимаются пенсионеры и торговые. Они поставили бутики. И теперь, говорю, ни туда и ни сюда. Вот, потом, значит, у нас также в комитете ведут приемы депутатов вашего микрорайона, нашего микрорайона. Сейчас я скажу. Значит, потом заместители мэра тоже у нас ведут прием, там определенный график. Ну, это все есть на сайте городского совета. Если что, у нас в комитете висят объявления, когда кто принимает, поэтому всегда приходите, все вопросы решаются. Много людей приходят сейчас, очень много, потому что много переселенцев. Мы должны тоже выписать им справку, что они фактически здесь проживают. И нам не только надо выписать, нам надо еще пойти и проверить, действительно ли они проживают. Поэтому сейчас очень большая такая нагрузка. Вы где голосовали? У вас техникум. Техникум. Да не, я понимаю, но какой это, ну какие там это? 193? 199, да. Я не смотрю, надо помочь. Я не стала вонтиком. Ну, 199-й, 3-й, это Бондаренко, Константин Владимирович. Это депутат Бондаренко. 199-й. 195-й. Давайте побыстрее, а то мокнем. Вы под зонтом умные, а мы по-домашнему. Я вас возьму. 199-й. Ну, так и что? Это не значит, что можно здесь 2 часа стоять. 199-й, это верх.
Давай, вот, что там, какое дальше повестка дня? Оставь номер телефона свой, и ты потом всем расскажешь. Да, вы можете ко мне обратиться, вот такие вот вопросы ваши, вот даже по тому же ЖЭКу. Вы можете ко мне прийти во вторник, в 12 до 2 я принимаю, вас уже до 47, я запишу. А холодно, так это вообще. Я уже до такой степени, они с меня дурочку сделали. Ну, сейчас мы запишем ваши вопросы. Реально холодно. Я вчера была у девочки на саду. 25 градусов, 27 в квартире. Целый день стоял открытый балкон. Дорогая, у тебя 20 градусов, они сказали, заходи. 30! Я говорю, камин включаю. Камин, конечно, вон он стоит. 14 градусов. А он выключил. Ага, выключил. Так что у него голосочно. Ну, кто а там? За электроэнергию он кто не будет платить. Или кто, да, для тебя там был? Вы отец приезжал. Отец. Так. Говорит, холодно, он говорит, нет, тепло. Он вот зашел, он нет, сразу зашел тепло, а ты посиди 5 минут там. Ну, понятно. Ну, да я нет, отвергаю, ну, трубки. Я же не могу. Да, это комиссия должна приходить. Вот, верите мне, они были, комиссия. Они пришли, им вот тепло. Это не комиссия. Надо было прямо в квартиры попасть. Они могут пойти в котельную. Они пошли в котельную, котельная прижала. Запиши, пожалуйста. Они заходят сюда, уже полчаса, уже чуть-чуть теплее. Никогда такого не было. Или все. Адрес, скажите. Такие холодные, да? Льва Толстого, 18, я не знаю, вот этот, он точно холодный. Он просто, ну в прошлом году, да, ну было 18, ну 20. Ну в этом году это просто. Вот они окна. Хотела... Давайте дальше, записали отопление, да. Смотрите, вот кто старший, сейчас мы выбрали, вот вы прислали старших по домам, вот этих, по одному человеку. Ты давно, ты скажи, вы меня замените. На их нету запорной арматуры, стояки ни один не перекрывает. Это надо было, да, чтобы обратиться. Есть мужчина на моем месте, еще 2 человека. Будем тогда там уже разговаривать. Кто за мест? Выставили 17 апреля. Ну что вы за обманом занимаетесь? Все за, все за, да, регулируем. Лариса сделаем. Тут квартальных нет, не было. Тут же домовые комитеты все. Не Лариса у нас активная. Да не было тут и домовых никого. Вот, женщины. Вот, Ларису мы дегилируем. Да не, может, моя председатель будет? Да нет, председатель она и будет, но она, видишь, работает. Да. Председатель должна будет. Дегилировать. На делегацию я пойду. На делегацию, да. А квартальная, как бы, ты вот этих вот домов, чтобы ты со мной связь держала. То есть старшие могут тебе, там, или ты ко мне. Да, дальше, вот, например, мы по сносу этого дерева, мы, если что, будем звонить вам и скажем, что там снесли или нет. Да, чтобы нам давали. А можно нам тоже записаться на снос дерева? Ну хотя бы верхушку, потому что нас она... А сейчас запишем. Ну не в этом дворе, а в... Ну я поняла, да, да. Там где вы живете. Он больше на территории СМД. Там его здесь 12-го стоят. Хорошо, рассказываю. Получается, человека надо, мне связующее звено. Между нашими и вашими. Как бы человека, который, как это будет называться? Квартальный. Председатель квартального комитета, вот. Правильно. То есть пошел вон, не мешай. Нет. Да, там работы ого-го. Это только так кажется. Нет, ну желающие есть, давайте мы тут это вообще не делаем. Руководители, да, там не хватает. А руководителю, чтобы докладывать и принимать заявки. Да, нам только с ним рассказать. Ну вы руководителя микрорайона знаете, да? Да. Как вы, ваше мнение? Ой, у меня отлично, отлично. Все, что когда не обратишься, все надо, все как положено, сделают. Спасибо. Вовремя, спасибо. Без задержек, выслушают, помогут, если что надо. Поэтому с моей стороны у меня претензий вообще никаких нет. Спасибо за комплимент. Нет, ну если когда человек, он
когда выслушивает что-то о чем-то хоть как-то, даже такая маленькая помощь, знаете как. И это приятно. Мелочь, да. Да, говорите. Не, у вас же еще. Нет, у нас вопросов нет, мы теперь слушаем только ваши вопросы, вот записываем, какие у вас еще вопросы. Мы же записали управдома, на старшие по дому, квартальную, сейчас выбрали, та, которая на несколько дерево. И четвертый вопрос, это записали эти проблемы на данный момент, которые у вас есть. И теперь будем дальше с вами связь держать и сделать. Ну тут еще надо будет по квартирно пройти, я Ларису буду просить, чтобы все-таки сделать, СМД, вот несколько домов, управдома выбрать. Вот так одного. Вы позвольте. Раз, два, СМД, три, вот это совсем другое. А то, что вот это СМД, это пусть они ремонты поделают. Пусть делают ремонты. Как положено. Что, а потом, что у нас, я сказала, вы говорите, дом подъезд. Да я понимаю, ЖЭК этого не сделает. Никому не надо. В ЖЭКе столько не приходишь, вы сразу зайдите еще в подъезд. Ну, это я еще поговорю с начальником ЖЭКа вашего. Вот, потому вот что с 7-м у нас все нормально, он работает. И 6-й ЖЭК работает, то не ходят, не подделывают там где-то ремонт. У нас же... Они не заходят, да что у вас тепло? А что у вас там? Вам надо поменять. Да что, все, так давайте вообще надо весь поменять. Обратиться. В принципе, надо весь поменять. У нас пластиковые окна. У меня 17 лет еще не менять. Я стучусь, я пошла до главного инженера и сказала так. Поменяйте. Себя поменяйте. Осталось батарейки поменять. Придите, попробуйте, какие у нас батареи. У меня раньше... Я батарею ноги ставлю, я делаю окна. И были открыты форточки. Забудься, Семеновна. А вы скажите, у вас сами батареи горячие? Холодные. Потому что я была в том доме, батареи были горячие. Хотите, идемте. Вы сейчас понимаете, тепло на улице, мы сейчас никак. Они такие все время. Единственное, когда сильный мороз, вечером они так поддавят. Еще я говорю, пришел же начальник теплосети, я говорю, вы знаете, я сегодня стала субсидию. Прихожу в субсидии, у меня как были холодные батареи, так они есть. Они чуть-чуть, что не холодные, они... Да, они просто, вот, знаете, бывают холодные, а то просто не холодные. А есть на дом у вас? Нет. И не будет, никто, я говорила, но вот этот район, он трубы подведены, выходит одна точка. Бери, став счетчик тепла, они ничего не получают. Мы не получаем тепло. Она пришла ко мне и замерила на батарее и сказала, что батарея не получает такого тепла. А как же ты подписывал 18 раз? Там твоя розыгрыша имя. Она написала, ты расскажешь. Огласите делегатов всех общим списком. Огласите и все. И проголосуем. Тихо. Это год наше. Результат нашего собрания. Головко Николай Ильич. Тишковская. Тишковская Светлана Сергеевна, Шпиговская Инна Валерьевна. Она женщина ушла, она ушла и не придет. Это она хитрая. Да. Это надо было не дома никого не записали. Уже все порешали. Никто не будет. Так ты не знаешь, что сказать. Ну нет возражений, изменений, дополнений. Все, все за, ура! Ура! Мы за мир, за друг. Спасибо всем за. Да. Обращайтесь по всем.